Всем привет! Приветствуем на нашем канале Юрий и Лариса Ивановы. И мы рады, что вы заглянули к нам на канал. И сегодня мы готовим на ужин, вернее, я готовлю на ужин гречку с курицей в духовке. Вот в такой кастрюльке буду готовить. Так, что я для начала сделаю? Я приготовила вот с курицей, обрезала окорочка, вот два окорочка, но я их поделила. Голень и бедрышки. Сейчас я для того, чтобы их замариновать, у меня быстрый маринад, я порежу мелко чеснок для маринада их. Так, что я еще сделаю? Посыплю. Так что примерно такую большущую ложку майонеза сюда. Теперь мне нужно это поперчить по вкусу. Да, перец и соль по вкусу. И присолить. Так, это у меня кипел чайник. Вот, присолили немножко. Сейчас я это все размажу, перемешаю. И пока я займусь овощами и грибами, гречка у меня будет с грибами, с морковкой и с луком, и с овощами. И это все постоит у меня, немножко замаринуется. Так, все, окорочка я приготовила. Бегаю тут по кухне. Теперь я займусь овощами. Я их пока уберу. Что у меня здесь? У меня здесь примерно лук. Две штучки луковицы, таких средненьких. Ну, я так полагаю, грамм 250, однако, будет. Я их крошу. Не совсем мелко. Средне. Не крупно. И я их сейчас буду обжаривать на подсолнечном масле. Лук покрошила, сразу ставлю сковороду. Пока у меня разогревается сковорода, я потру морковь на терке. Ну, я так думаю, тоже грамм 200. Вообще, по вкусу. Смотрите, нравится вам побольше морковочки. Вот. Сковородка нагрелась, и я сюда 3 ложки масла налила. И сейчас сюда пускаю лук, буду его обжаривать. Лук периодически помешиваю. Плитка у меня распалена, поэтому, чтобы не сгорел. 2 минуты примерно обжаривала. Сейчас добавлю сюда морковь. С морковью вместе буду обжаривать. И вот смотрите, видите, масло 3 ложечки маловато вот здесь для этих овощей как бы. Если не хотите, чтобы жирно было, то можно и не добавлять масло. А если видите, что надо подбавить, то добавьте. Я вот немного добавлю. Так, ну примерно ложка. Две ложечки. Короче, 5 ложек у меня получилось масла. Я плитку убавила, на среднюю поставила. Оливковое можно масло? На оливковом деле. Ты хочешь получиться готовить? Я думаю, можно хоть на кукурузном. На любом, какое у вас есть и какое вы любите. Я вот приготовила гречку. Вот такой вот бокальчик. Я так думаю, здесь грамм 300, наверное, будет гречки. Сейчас я ее промою. Воду я нагрела ее горячей водой, кипяченой. Мою на несколько раз. И на сито ее, чтобы лишней воды не было. Я в этот раз купила хорошую гречку, чистую.
Гречку я промыла на сито, определила. Теперь достала грибочки, тоже примерно грамм 200. Помыла их, теперь крошу. Грибы-то какие? Не говори, я перестала покупать эти замороженные грибы, эту воду. Шампиньоны? Ну. Так, будет запах грибов. Мне нравятся вот такие. Прям просто прелесть, как будто бы нарисованный. Я сильно не мудрствую. Прям туда их отправляю. Морковку с луком. Они очень быстро готовятся. Здесь подорожник. Запашочек вкусненький стоит. Обжарила я 5 минут. Все, выключаю. И буду перекладывать в кастрюльку. Духовку поставила разогреваться на 220 градусов, чтобы побыстрее нагрелась. И у меня следующий этап. Высыпала в кастрюльку гречку, вот эту кружку. Теперь, значит, определяю сюда овощи с грибами вместе. Такая прям... Мне нравится, когда все чистенько, чтобы было. В сковородке и везде. В смысле, что подчистую выковырить. Теперь что я сделаю? Я сейчас сюда налью водички. Водичку я вскипятила в чайнике. Вот. Так, я сюда наливаю 2 стакана воды. Ну, вот этих вот 2 бокальчика. По 250 они? Даже не знаю. Правда, не знаю. Ну, такими бокалами берю. Надо будет замерить. Так, вот 2 бокала я воды налила. Сейчас что я сделаю? Не буду мешать пока. Посолю. По вкусу? Да, по вкусу. Вкус у меня на соль очень. Я люблю соль. Так, поперчу. По вкусу? По вкусу, по вкусу. И положу лаврушку. Вот я знаю, некоторые люди не любят лаврушку. Это что, суп будет или что? Нет, это не будет суп. Ты что? Я люблю гречку готовить вообще. И в сковородке с мясом, и всякую разную. Так вкусно получается. Так вот, все. Здесь все готово у меня уже. И что я делаю? Это я сверху кладу вот это вот куриное мясо. Вот таким образом. Нифига себе. Что-то я не помню, чтобы я такое ел. Или ел? Было уже давным-давно. Представь, горохи? Да. И вот вспомнила, что надо приготовить. Я готовлю уже часто гречку с мясом в сковородке. А в духовке, ой, заморачиваться не буду. Ну вот и давным-давно уже не готовила. Что, вы тут на видео заморочиться, да? Да, думаю, ну готовила же когда-то. Надо же это все вспомнить. Выглядит аппетитно. Сколько теперь, 3 часа подождать? Нет, не надо ждать 3 часа. Это нужно все сейчас поставить в разогретую духовку. Я сейчас убавлю на 200 градусов. И минут на 40. Я, значит, даже могу прикрыть крышкой. У меня же есть крышка. И ставим в духовку. Это такая тряпочка красивая. Ну, тряпочка у меня обычная. Ну и что? Вот, все, поставила. 20 минут прошло, я вот достала и открыла крышку. Ну, вы-то будете в форме делать, поэтому у вас это не будет закрыто. Я хочу, чтобы зажарились окорочка получше. Только тогда... Так, все. Ой, все, приготовилась. А свет ты выключил? Сжарилась, пригорела. С дочей заговорила. Слышу, уже пахнет, бежать надо. Изготовительница. Нет, не говори, вот так будет все. Ну, сейчас прям и с этой попробую. Ну что? Ями-ями, вкусно очень. Кладу мужу побольше кусочек. Ну. Вот. Хорош ли? Сейчас... Хорош? Да. Сейчас будешь пробовать. Так, и себе сейчас тоже положу. Ой, с пылу, с жару. Ножки хватит. С детства люблю ножки.
Так, а мы будем кушать. Всем пока.